Лампа Beltron компании Цептер. Мы не боимся, она уникальная, она одна, поэтому нет конкурентов. Но мы давно используем, практически у нас в каждой палате доступно лечение лампой, светотерапия, в котором свет содержит, он не прогревает, а там собраны 4 спектра вида света. Это некогерентные, инфракрасные, поляризующие. И все они направлены на то, что их совместное действие содружественно обеспечивает снятие боли. Второе, за счет уменьшения отека, увеличения, восстановления кровоснабжения и нервных окончаний в зоне повреждения. И самое главное, местный иммунитет локализуется, противовоспалительное действие. И таким образом мы получаем вообще хороший результат, очень быстрое восстановление. Иногда лампа заменяет просто обезболивающие препараты. И в конечном итоге мы получаем эффект, который виден в идеальном рубце, который заживает и который прекрасно быстро восстанавливается. Я правду говорю? Да. Ничего не упустили? Да, да. Вот это все в нашу парадигму входит фаст-трек, это быстрое восстановление, когда девочки уже через 2 часа буквально после кесарево сечения уже кушают, уже поднимаются, уже ходят, уже мы удаляем все катетеры, все лишнее, и таким образом происходит очень быстрое восстановление. Иногда это восстановление даже происходит быстрее, чем после естественных рода. Это очень важно. Вот 20 минут, 20 сантиметров. Я еще раз говорю, что здесь никакого эффекта прогревания нет. Буквально через 6 часов после операции кесарево сечения, это не только касается акушерских, это и гинекологических операций касается. Мы проводим уже светотерапию 2 раза в сутки и получаем обезболивающий эффект, я еще раз говорю, и ранозаживляющий. Очень хороший эффект. Поэтому мы, у нас уже более чем 20-летний опыт использования этой лампы. Мы используем также эту лампу и в неонатологии с очень хорошим эффектом. Вот. Поэтому, что хотелось сказать, вот добрые слова в отношении этой лампы. Сейчас у нас, слава богу, этих ламп достаточно, поэтому мы, никто не соревнуется, и по определению уже получает каждая пациентка. Да? Да. Хорошо, спасибо большое, лечитесь на здоровье. Спасибо вам. Да, всего доброго. До завтра.